Приветствую вас. Сегодня будем делать домик для мыша. На самом деле домик я уже делал, и чертежи его находятся на GrabCAD. Качаем чертеж. Вот такой домик. Вот я скачал, но я тогда, когда рисовал, я нарисовал сразу несколько файлов. Файл 3D модели, файл именно чертежа и экспортированный файл чертежа в формат PDF. Вот я сейчас скачал формат PDF и, соответственно, его распечатал. Сейчас надо вырезать, будет, наверное, ножницами. Вот я подготовил выкройки. Но заказчик сказал то, что вот эта лесенка, она не нужна. Поэтому я сразу, когда вырезал, отрезал вот этот выступ, балкончик. И не стал вырезать именно саму лестницу. Потому что эта версия домика будет без лестницы. Кроме этого, у меня тут есть чертежи скворечников, кроватки, видео я снимал. Эту полку я не сделал. Станок из шлифовальной машины тоже в проекте. Это столешница для фрезера тоже в проекте. Эти полки я сделал две штуки себе за дверью. Эта полка была сделана тёщей любимой. И это пяльца, чертеж тоже я снимал видео. Все чертежи, все поделки, которые я делаю, я выкладываю на GrabCAD. Циркулярная пила должна выступать на миллиметр, даже полмиллиметра над заготовкой, чтобы не было сколов.
Вот такой домик получился в итоге. Дно не надо было делать, я увлекся, делал дно. Потому что, чтобы наводить порядок, надо иметь доступ внутрь. А я дно сделал, приклеил. Мне потом заказчица моя говорит, что ты сделал дно. И пришлось его отрывать. А клей очень хороший, и вот оно даже здесь. Сама древесина лопнула, а не клей. А это вот огрехи производства. Так-то он чистый изначально был. А когда отрывать стал, начал возить по столу покрашенному. И краска вот отпечаталась. Все, всем спасибо. Ставьте лайки, дизлайки. Пишите советы в комментариях. До скорого.